Я приветствую вас, друзья. Это канал «Веселый инженер». Меня зовут Андрей, и сегодняшний выпуск будет очень коротким, но достаточно интересным. Называться он будет «Задачка от Генри Форда про три лампочки». Может быть, вы знаете эту задачу, может быть, она будет для вас впервые. Напоминаю, что YouTube может закрыться в любой момент, поэтому переходите в социальные сети. Это ВКонтакте, Яндекс.Дзен и другие. В общем, все ссылочки будут сразу в описании под этим видео. Чем же прославился Генри Форд? Генри Форд был великий, я считаю, машиностроитель. Он внес большой вклад в машиностроение. Он первый начал серийное производство и конвейерную сборку автомобильной техники. Многие считают, что он был родоначальником вообще конвейерной сборки, но это не так. Конвейерная сборка существовала, но применить ее к машиностроению решил он впервые. И поэтому стал достаточно популярным. А также у него были интересные задачи. Одну из таких мы сейчас рассмотрим. Итак, исходные данные. У нас есть комната номер один и комната номер два. В первой комнате располагается три рубильника. Эти рубильники подписаны номерами 1, 2 и 3. Следовательно, что же они включают? Включают они лампочки, которые располагаются в соседней комнате. Ну вот вопрос. Какой рубильник какую лампочку включает? Условие задачи таково. Вы, выходя из этой комнаты, вы можете выйти отсюда только один раз и один раз зайти в эту комнату. Здесь, в комнате номер один, вы можете оставить включенным только один из рубильников. Соответственно, вы будете знать, какая из лампочек одна горит, и сразу же проставить ее номер. Но самое главное, как определить две оставшиеся лампочки. Подумайте буквально 10 секунд, и я скажу вам ответ на эту задачу. Итак, давайте посмотрим решение этой задачи. Я уверен, конечно, на 100%, что ты нашел сам решение, но на всякий случай я тебе его расскажу. Итак, у нас есть возможность включить один из рубильников. Мы так и сделаем. Допустим, это рубильник номер 2. Соответственно, в комнате загорается одна из лампочек. И мы сразу же знаем, что это лампочка номер 2. Также определить оставшиеся две лампочки. К примеру, берем рубильник номер 1, включаем на буквально там 20-30 секунд и потом его выключаем. Далее выходим из комнаты и переходим во вторую комнату. Там смотрим, у нас горит лампочка под номером 2, естественно, потому что рубильник мы оставили включенным. А потом рукой трогаем, какая лампочка теплая. Соответственно, лампочка, которая теплая, это была включена на несколько секунд, может быть, на минуту, да. Это рубильник номер 1. Соответственно, оставшаяся лампочка это номер 3. Так их и подписываем. Задачка решена. Надеюсь, что тебе была интересна эта задача. Можешь ее задавать своим друзьям, делиться в социальных сетях и не забывай подписываться, ставить лайки не только на канал, но и на мои социальные сети. Всем добра. Пока-пока.